Во-первых, мы сами себе два гола привезли. Шиник ничего не создал. И насчет характера. У нас хорошая команда, опытная команда. Мы отыгрались, почувствовали вкус игры. Жаль, что пенальти – это лотерея. Так получилось. Болельщики поддерживали последний. Спасибо большое болельщикам. В такую холодную погоду пришли поддерживать. Достаточно много было людей. Спасибо огромное. Как тебе кажется, вот этот камбэк поможет команде вот, ну, психологически вот в дальнейших матчах, в следующий матч первенства России? Мы психологически хорошо чувствуем. Мы идем от игры к игре. Следующая игра опять с Шинником.